святой пророк Моисей, Иисус Христос, приблизительно на 1300 лет, а около 6 веков спустя его преемником на высокие должности стал Мухаммед, 12-й пророк. Эйджеду? Эйджеду. Сора. 1210-дан сора. Ага. Сора. Рэппелевелли 12. 29 августа 570 году года христианскому летописью священный Мекке язычном Аравии родился Мухаммед. 29 август 570-й. Кубеля. Кубеля. 570-29 август. Ятты қалды. Бәлі.